Девочка-подросток 13 декабря ехала в маршрутке номер 597, проспала свою остановку в ЖК «Немчиновка» и сообщила об этом маме. Та посоветовала ей доехать до конечной остановки в Западном Кунцево, откуда легко можно вернуться обратно. Однако водитель высадил девочку на полпути. Женщина написала заявление в полицию. К проблеме также подключились депутаты окружного совета депутатов от «Единой России».